Практически каждый год по весне на проспекте Ленинского комсомола в районе магазина «Универмаг» начинался ремонт водопроводных труб. Он сильно осложнял жизнь водителей. Вместо двух полос для движения оставалась одна. Сейчас ситуация повторилась, но в этот раз коммунальщики делают так, чтобы проблему с ремонтом решить раз и навсегда. Этот участок магистрального водопровода между 3-й и 5-й насосными станциями был построен в конце 70-х годов прошлого века. Здесь он идет вдоль проспекта Ленинского комсомола. Магистраль – это жизненно важная артерия, поскольку она снабжает водоснабжением всю часть ПЛК, находящуюся в так называемой зоне постновой постройки, то есть после 90-х годов. Вот. Диаметр водовода 400 мм. Мы его перекладываем на современные пластиковые трубы. Раньше водопровод шел параллельно проспекту, под газонной частью. В конце 90-х годов поток транспорта увеличился, и было принято решение увеличить ширину проезжей части. Современные трубы значительно снижают риск возникновения аварий, и раскопки с целью ремонта уже не будут периодически повторяться. Сейчас ремонт проводится таким образом, чтобы максимально обезопасить водителей и пешеходов. Как вы видите, работы выполняются в соответствии со всеми нормативами, то есть выставлены ограждающие конструкции, вот, иллюминация, соответственно, в вечернее время, дорожные знаки. Планируется, что эти работы будут завершены 1 мая.